Опыт врачей, тщательный уход, новейшие технологии. Все это помогает маленьким пациентам президентского перинатального центра появиться на свет, а некоторым и выжить. Впрочем, иногда, чтобы сохранить детям жизнь, нужны не препараты и оборудование, а простые советы. О том, чтобы простые правила всегда были перед глазами родителей, позаботились в Минздрав соцразвития Чувашии и перинатальном центре. Обычно, если книжка красочная, совсем не толстая, да еще и с картинками, то предназначена она для детей. Однако эта книга как раз для мам. Всего 4 листа и 5 советов на тему кормления, сна и купания. Но именно они могут спасти жизнь младенцу. Вот так творчески подойти к важному делу придумали в Минздрав соцразвития Чувашии. Ну а в президентском перинатальном центре эту идею начали внедрять в жизнь. Цель – это предупредить несчастные случаи. Вот прямым текстом говорим, что это несчастные случаи. Зачастую родители на радостях забывают, что у них на руках существо, которое полностью зависит от их действий, от образа жизни. Этот буклетик дается женщинам в послеродов, в родильных домах. Мы бы хотели, чтобы этот буклетик уже давался женщинам в женских консультациях, но пока тираж не очень большой, мы надеемся, что будет он еще раз повторяться. Брошюры сделаны из довольно плотной бумаги, и не случайно. Авторы надеются, что таким образом буклеты прослужат не один год и надолго останутся в семьях. Там все полезные правила. Вот не спать с ребенком, самое главное, не ложиться, не засыпать, потому что очень страшно, задавить можно. Также вот кофточки есть разные, говорит, сейчас на замочках, на молниях. Поднимаешь молнии, они, когда поворачиваются, могут задохнуться также. Нежелательно. Кстати, наращивать авторы планируют не только тираж, но и количество правил и страниц. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.